Михаил, отлично. Ребятушки, всем привет. Всем привет. Приветствую, ребят. Константин, отель Брайтон. Константин. Константин, еще раз представься. Константин. Работаю в отеле Брайтон и Константину. Ну, скажи правду тебе. Реклама, ивент-менеджер, конференции, банкеты. Все, заканчиваю. Перебор уже. Да. В общем, ребята, в начале июня мы проводили встречу в Москве, да? Она там была такая хаотичная, и, ну, действительно, нам потом очень много и в личку писали, что типа, что давайте что-нибудь поорганизованнее сделаем. Мы решили вот совместно с отелем Брайтон сделать организованную встречу с подписчиками. Костя, показывай, где будет. А, ну понятно. Во-первых, давай адрес. Адрес Петровский, Разумовский, 20, проезд. 29. Ну вот табличка, да. Потом кто заблудился. Да. Почитай. Петровский, Разумовский, проезд, дом 29. Отель Брайтон, ребят. Все, здесь заходите и пошли за Костей. И направо. И направо сразу, вот ресторан. Здесь тоже, и здесь направо. И здесь направо, да. Направо, ребят. Так, вот этот зайчик в субботу приготовим его. Он как-то буквой Т будет, буквой П стал стоять, или так и будет? Да, ты знаешь, Дим, наверное, мы еще обсудим, подумаем. Да, главное, что мы зачистим его, чтобы побольше места было, да? Ага. Потому что подозреваю, что тусовка соберется, ну, там, несколько десятков человек. Да, мы надеемся на вас, ребята. Да, ну, по крайней мере, вроде как планируем, да? Вот, сделаем удобное большое пространство. Думаю, все-таки не П, не Т. Я не уверен, что надо сажать. Что такое не П, не Т? Ну, я имею в виду вот эти вот рассадки. Посадки. А, непонятно? Да, думаю, может быть, вам фуршетом накрыть и поставить вас на ноги. Для чего? Если будет музыка, надо будет места побольше под движуху. Если мы займем столами, ну, останется мало места. Ну, понятно. Лучше пусть люди ходят, да, стульчики, общаются. Да, стульчики возле стены поставят. А, нет, посидеть будет где. Да. Ну, естественно, мы не заставим людей там... Музыка будет? Музыку организуем. Музыка будет, ребят. А, давай самое интересное, скажем, сколько это стоит? Я думаю, что водочка, пиво и барбекю крылья мы за 1500 организуем. Вкусные. Все будет вкусно. Водочка, кстати, будет наша хорошая. Мы ничего не будем покупать. Брайтон называется? Нет. На самом деле, так, чем мы торгуем сейчас? Вот такая водочка нестандартная, вторая марка у нас есть. Абсолютно? Нет. Белое золото, по-моему, есть такая марочка, да? По-моему, белое золото, да. Мы думали, белуга. Не. Белушка, да не факт, что. В общем, ребята, 1500 это как, ну, как депозит. То есть в эти 1500 уже будет ходить крылья барбекю, водка, пиво и что там еще, да, что такое? Ну, картошечку дадим крылышкам, ну и безалкогольные напитки. Всякие ребята будут двигаться, будут, наверное, потеть. Вот. Поэтому мы, конечно, водички дадим, морсика, это обязательно. Это 100%. Так, ребята, встреча будет в субботу. В субботу у нас получается 11 июля. 11 июля, во сколько? Мы хоть с утра приготовим. А, вы хоть с утра. Короче, да, тогда, да. Я думаю, что на 4 часа, да, или на 3? Вторая половина. Давай на 3. Да. На 4, давай. А зачем на 4? Уже нажрутся все в субботу, так 4. А, в субботу уже. Да. Давай вообще даже на час или на 2. Давай на 2 тогда. Давай, ребята, в 14:00, суббота, Петровско-Разумовский проезд 29, да. Отель Брайтон. Все, да. 1500 рублей вход. Ну, то есть, и на эти 1500 уже будут здесь продукты, то есть, докупать ничего не надо. Станция, да. Метро какая? Станция метро Дмитровская. Ну и Динамо, там кого какая веточка, удобно, зеленая, да. Серая. Ну посмотрите, в общем, этот, в Дубльгисе. Я думаю, в компьютерами там, да. Все вы дружите, найдете нас на карте. Да. Вот. Ну все, ребят, что, всех ждем. Еще раз, суббота, 11 июля, 14:00. Все, до встречи. Все, ребят, счастливо. Пока.